Грузовой кран рухнул на пассажирский поезд в Актюбинской области. В результате падения многотонная конструкция повредила 13 вагонов. Инцидент произошел накануне на станции Шокосу. Лишь по счастливой случайности никто из пассажиров состава не пострадал. Национальной компании «Казахстан Темиржолы» заявили, что авария произошла из-за смещения подвижной части стрелы крана, которая находилась на платформе поезда, стоящего на соседних путях. После 17-минутной задержки пассажирский состав «Алматы-2 Мангистау» продолжил свое движение.